Спасибо! Ну что, группа «Кадры» рада приветствовать всех вас, наших замечательных друзей. Так вот получилось, что вот уже 4 месяца мы не играли эту программу. И вот по такой роковой случайности, как бы последний раз, крайний раз я бы сказал, группа «Кадры» играла вот эту вот программу по тематике «Короля и Шута» именно здесь, 20 мая в клубе «Machine Head». Это был на майские праздники большой мотофестиваль «Правый берег» у нас, где мы тоже исполняли эту тему. Так получилось, что летом мы все уезжали, кто в отпуска, кто уезжал по каким-то делам. То же самое было и среди вас, наших дорогих, замечательных друзей. То же самое было и у музыкантов группы «Кадры». И вот как-то, когда проходили по стране все юбилеи памяти Михаила Горшенева, его день рождения, его годовщина смерти, ну как-то вот мы решили, что не надо приобщать что-то к какой-то конкретной дате. Если ты хочешь вспомнить человека, то ты, наверное, в любой день можешь собраться, да, несмотря на это, что вот сегодня четверг, такой еще рабочий день, скажем. Ваши аплодисменты друг другу, той публике. Поэтому мы сегодня решили вот такой вот должок как бы группой отдать вам, нашим замечательным зрителям. Ну и вспоминать творчество группы «Король и Шут», творчество Михаила Горшенева и Андрея Князева. Такой группы, к сожалению, уже не существует. Но она на самом деле навеки осталась в наших сердцах вот здесь. Поэтому группа «Кадры» для вас, да, сегодня начинает такую программу. Под ваши бурные аплодисменты мы будем все это исполнять вместе, вспоминать вместе. И я так думаю, у нас будет классный такой забойный вечер. Готовы? Я не слышу вас! Погнали! Давайте не стесняйтесь, выходите сюда на такой наш танцпол. Я знаю, что вы знаете все эти вещи, будете их исполнять с нами. Жизнь была хороша, свободная, достойничья душа. Hey!
сказать. Мне очень всегда было приятно, что творчество группы «Король и Шут», вот группу «Кадры», как не пытаются назвать, вот, ребята, вы, наверное, трибьют группы «Король и Шут». Я хочу сказать, нет, мы не трибьют группы «Король и Шут», но нам очень нравятся песни Горшка, нам нравятся старые добрые «Король и Шут», поэтому мы не так часто играем эту программу, но вот для наших друзей, для наших гостей мы сподобились. И вот сегодня будем делать такой вечер. Под ваши бурные аплодисменты. Ну что, поехали дальше? Да? Погнали! Я думаю, что мы все тоже, конечно же, узнали. Что у нас все вот эти вот взгляды. Если честно, ну невозможно перепеть всю группу «Король и Шут». Да, мы не стремимся перепевать. Мы хотим сделать вот все вещи. И сегодня вот в нашем ассортименте, как бы сказал, репертуаре, да, там два десятка вещей, которые, наверное, больше всего нравятся нам. Ну и, конечно, они тоже известны всем вам. Поэтому еще раз хочу сказать, что все это исполнять мы будем вместе. Вот. Ну и вот у нас можно поаплодировать нашей Тане. Уже год назад, когда мы только начинали делать эту программу со скрипкой, мы поняли, что это классная находка, и Миша Горшенев в свое время тоже это понял. Поэтому Мария, неотъемлемая часть группы «Король и Шут» была, и когда был памятный концерт, да, она приезжала из Америки, да, делала с ребятами турне такое в 2013 году, да, заключительный такой концерт. Ну, в общем, ваши аплодисменты Татьяне! Ну и, наверное, что-то, если скрипка, сейчас будем, сделаем немножко такое что-то спокойное, лирическое, потому что «Король и Шут» — это не только такие вот отрывные, забойные хиты, но это на самом деле очень интересные философские тексты, философская музыка.
Не знаю, нам она нравится. И главное, что она нравится вам. Ваши аплодисменты друг другу. Любви богейшей, ой, все, ой, все.
нам очень приятно, что все эти вещи, они тоже в сердцах, не только у нас, но и у вас. Нашей замечательной публике еще раз полный аплодисмент друг другу. Вот обычно, когда мы делаем концерт какой-то, что-то там говорим, какие-то паузы, а вот на самом деле, когда так вот немножко на репетиции обсуждаем концепцию, я всегда думаю, а тут ничего говорить не надо, потому что каждые вот эти вот песни, каждые какие-то вот такие истории, они на самом деле каждому человеку приносят что-то свое, он как-то это все представляет. За это, наверное, мы и любим Кишей, вот именно за какие-то вот эти вот сказки, рассказы, которые очень компактно вошли вот в такой небольшой временной период песни. Скажу, что самая большая длинная песня «Дагон», наверное, на больше 5 минут. Остальные песни у группы «Король и Шут» все-таки небольшие, такие по временным отрезкам. Но на самом деле это было искусство, это было талант делать вот такие краткие какие-то музыкальные номера, вот такие вот истории. Ну что, продолжаем! Группа «Катры» сегодня вспоминает творчество группы «Король и Шут» и Михаила Вишнева, Андрея Князева, всех других музыкантов. Поехали! Ah!
думаю, что еще раз хочу сказать, что, конечно, наверное, всех вещей группы «Король и Шут», их, наверное, за все это время, которое ребята создавали в 90-х, 2000-х, до времени, когда прекратила группа существования, да, очень много. Но я думаю, что достаточно многие вещи мы, наверное, все-таки исполним. Ну что, группа «Кадры» продолжает наш сегодняшний вечер, который мы посвятили памяти всех музыкантов группы «Король и Шут», и ныне существующих, но и у которых уже нет с нами. Готовы? Я не слышу! Поехали!
похлопайте нам столько. Группа кадра для вас сегодня вот. Я обещаю, что мы обязательно сделаем что-нибудь такое на Хэллоуин, потому что на самом деле, ну, это вообще тема группы «Король и Шут», если честно. На самом деле, я не представляю, вот, я представляю сразу всех вот этих вот персонажей, которых мы вспоминаем сегодня, да, вот в этих вот песнях. Лесника, деда из проклятого старого дома, охотника, там десятки других, да, которые вот в этих историях. Я обещаю, что группа кадра обязательно это к концу октября обыграет как-то более интересно. Для вас, для нашей самой сегодня замечательной группы. Поехали. Yeah.
Ваши аплодисменты друг другу! Наконец-то мы добрались все-таки до нашей любимой темы. И рады, что столько сегодня вас, наших замечательных друзей, собралось. Я вот, честно, могу 70% поименно назвать. Спасибо вам, ваши аплодисменты друг другу. Мы от нас. Костик, дай что-нибудь там. Когда мы начинаем какое-то действие разбирать на репетициях, естественно, группа должна играть. Я буду еще представлять наших музыкантов. Это для тех, кто не знает, а для тех, кто уже группу «Кадры» знает. Все нормально, но еще раз представлю. У каждого у нас есть какая-то своя любимая вещь. Вот у меня следующее, которое вот является. Я буду говорить, какая любимая, какая нелюбимая. Ваши аплодисменты Татьяне, но нашей замечательной скрипке, да, которую сегодня вы еще услышите. А сейчас мы сделаем такую вещь, потом сделаем небольшой такой 10-минутный перерыв, когда можно пойти покурить, пообщаться, музыкантам немножко подышать. Ну и сейчас будем играть мою любимую вещь. Готовы? Группа «Кадры» для вас! Поехали! Thank you.
друг другу группу «Кадры». Я не слышу! Молодцы, делаем такую 10-минутную паузу после этого. Снова собираемся здесь. Спасибо! Наших гостей решила вспомнить творчество группы «Король и Шут». Не придерживаясь каких-то дат, не придерживаясь каких-то событий, мы вот просто решили собраться здесь в этот день и сделать эту программу. Ну что, готовы? Под ваши бурные аплодисменты мы будем продолжать. Отлично. Поехали. Но вы не стесняйтесь, выходите, у нас будет здесь такой танцпол. Потому что... И колбасится по мешкам. Я думаю, что мы все услышали эти песни. Yeah.
Молодцы! Кстати, это любимая песня уже Дмитрия Жилкина, басисту группы «Кадры». Ваши бурные аплодисменты! А где бумажонка-то? Бумажкой подтирают, я тебе скажу, что потом, Санька. Ну ладно. Ну что, продолжаем? Готовы? Ну давай, выходи сюда. Ваш аплодисменты, Сергей Акифьев, бэк-вокал группы «Кадры». Кто же это все знаете? Поехали! Поехали!